Уважаемые жители города Самара, от имени всех чебоксарцев сердечно поздравляю вас с Днем города. Самара – прекрасный волжский город с вековыми традициями и уникальной исторической судьбой. Многие поколения самарцев, вкладывая свои силы, душу и энергию, преображая его облик, приумножая его богатство. Сегодня Самара – это динамично развивающийся, современный и благоустроенный город Поволжья с огромным промышленным, научным, культурным, а самое главное – человеческим потенциалом. Каждый, кто хотя бы раз побывал в Самаре, уносит в своем сердце частицу доброты и душевного тепла его жителей. Наши города исторически объединяет великая русская река Волга и многолетнее сотрудничество в рамках деятельности Ассоциации городов Поволжья. Выражаю надежду на дальнейшее укрепление дружественных и деловых связей между Самарой и Чебоксарами и желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного настроения. С праздником вас, дорогие самарцы!